Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу «По кашеварим». Веду ее я, Виталий. Сегодня приготовим настоящее лакомство – бананы. Жареные бананы с карамельным соусом. Муа! Обжарить сами бананы не составляет никакого труда. Но вот про карамельный соус стоит поговорить отдельно. Я вам расскажу некоторые технологические моменты, которые вам позволят сделать карамельный соус без всякого труда. И что очень важно, если вы будете соблюдать мои советы, то вы не накосячите. А сейчас очень важное объявление для моих друзей кофеманов. Я сам очень люблю кофе, причем люблю вкусный кофе. Вот у меня здесь стоит кофеварка. Очень много задают вопросов, а что же за кофеварка, сделай обзор на нее, друзья. Но это попозже. А сейчас я давайте вам расскажу, где взять кофе вкусный. Есть такой интернет-сайт кофебери.ру. В этом магазине продается кофе со всех концов света. Перу, Уганда, Бразилия, Гватемала, Индия. Из Вьетнама, из Эфиопии, из Мексики, из Сальвадора, даже из Гондураса есть. В общем, интернет-магазин кофебери.ру — это рай для кофеманов. Попасть в этот рай очень просто. Ссылка будет под видео, нажимай и смотрите, выбирайте свой любимый кофе. Итак, что же нам потребуется для того, чтобы приготовить бананы жареные в карамельном соусе, а? Я возьму пару штучек. Для обжарки самих бананов нам потребуется еще 1,5 столовые ложки сахара. Теперь карамельный соус. Для карамельного соуса мы возьмем 100 грамм обычного сахара, это 4 столовые ложки. 100 миллилитров самых жирных сливок, 60 миллилитров воды, где-то 40-50 грамм сливочного масла и обязательно соль. Вообще во все сладкие блюда надо добавлять немножко соли, она усиливает вкус. Жареный банан в карамели, их обязательно надо украсить кунжутом, поэтому возьмем кунжутика, ну, столовую ложку. Начнем с того, что дадим раскрыться вкусу кунжутных семечек. Для этого на сухой сковородочке, на небольшой температуре, мы их обжарим до появления небольшой золотинки. Кунжут надо всегда помешивать, иначе он у вас махом сгорит. Теперь бананы, друзья. Бананы надо очистить и разрезать вдоль пополам. Посыпаем бананы сахаром где-то 1,5 столовые ложки. Обжариваем бананы на сковородке с антипригарным покрытием с двух сторон до появления золотистого цвета. Даже некоторые бананчики чуть-чуть пережарились, но это не критично. Это сахар карамелизовался, это не горелое. Потом стараемся аккуратно переложить бананы на какую-нибудь тарелочку и закрыть сверху какой-нибудь плошечкой, чтобы бананы просто сильно не остывали. Даже если они у вас развалились, ничего страшного, мы же для дома готовим самим покушать, не в ресторане все-таки. Теперь быстренько намутим карамельный соус. В какой-нибудь сотейничек, желательно с толстым дном, высыпаем сахар и добавляем туда немного воды, ну 50-60 миллилитров. Ставим нагреваться на огонь выше среднего и хорошо перемешиваем сахар. Так же, как и в приготовлении карамели для леденцов на палочке, очень важно, чтобы кристаллики сахара не оставались ни на стенках сотейника, ни в самом сиропе. Иначе сахар у нас кристаллизуется и превратится в один такой сахарный комок. Поэтому у нас две задачи. Это счистить со стенок все кристаллики сахара и хорошо перемешать сам сироп, чтобы сахар полностью растворился. Вот в этот момент надо хорошо мешать, не ленитесь. Когда сахар растворится внутри, надо будет убрать сахар со стеночек. Убираем со стенок. Пока варится сироп, надо отдельно в микроволновке, либо в отдельном сотейничке нагреть сливки, потому что нам нужны именно теплые, но желательно даже горячие сливки. На среднем огне готовим этот сироп, пока у нас не закарамелизуется. Надо заменить это слово на другое, да? На среднем огне готовим сироп, пока у нас не станет желтоватого цвета. Когда сироп пожелтел, теперь самое время добавить сливок. Сначала мы снимем с огня и добавим 2-3 столовые ложки, все перемешаем до однородности. Потом выливаем в сироп все оставшиеся сливки, перемешиваем и ставим обратно на огонь. По
Помешивая, провариваем сироп на огне до тех пор, пока он не станет такой гладенький и однородный. Снимаем сотейник с огня, добавляем сливочное масло и соль. Все хорошо перемешиваем, и соус готов. Его надо только остудить, конечно. Хотя для бананов можно использовать теплый или даже горячий сироп, это будет еще вкуснее. Если вам весь соус не нужен, то его можно похоронить в холодильнике дней 7-10, он спокойно полежит. Теперь бананы надо выложить в какую-нибудь красивую тарелку, полить карамельным соусом, посыпать кунжутом и добавить мороженого. Обожаю такие рецепты, мало ингредиентов, готовить просто, но божественно вкусно в результате. Ну что, вот такую красоту мы сделали. Это фантастически вкусно, соус прям такой, типа, знаете, он похож на карамельки тофифи, только жидкий. Очень вкусно. Давайте попробуем. Это фантастический десерт. Вот это надо делать. Это настолько вкусно, сочетание банана жареного, карамели, блин. Это очень вкусно, фантастически вкусно, правда. Пожалуй, наверное, это один из лучших десертов, который можно сделать из бананов, честное слово. Ну и рецепт карамельного соуса себе сохраните, подходит подо все. К блинам добавлять, куда угодно, короче. Это просто идеальный десерт. То, чем хочется завершать ужин. Карамельный соус просто божественный. Возьмите этот рецепт себе на заметку. Если для вашей второй половинки надо приготовить какую-нибудь вкусняшку необычную, то, мне кажется, бананы в карамельном соусе – это самое то. Я бы за бананы... Да, ладно, все, не надо. Если вам понравился этот рецепт, то поставьте палец вверх. Вам не сложно лайкнуть, а мне приятно чертовски. С вами была передача «Покашеварим». Всем пока и до новых встреч, как бы, да? Увидимся. Друзья, присоединяйтесь к «Покашеварим» в Перископе. Мы сейчас в режиме онлайн. Вот там стоит у меня iPhone, по которому вещает прям Перископ. Люди в режиме онлайн смотрят меня. Давайте и вы присоединяйтесь. Переходите, ссылочку оставлю под видео.